Всем привет! Орут-то еще там, но ничего. Сегодня мы пришли на концерт своей старшей внучки. Ну, она участвует в танцевальном коллективе. У них сегодня отчетный концерт. Вот сейчас наполняется зал. Внучке сегодня как раз день рождения. Сегодня 26 апреля. Ей исполняется 15 лет. И вот уже второй раз за 6 лет в танцевальном коллективе она именно в свой день рождения танцует в концерте. Вот, всегда нас приглашают, где она участвует, мы всегда ходим с дедушкой. Зал всегда полнёхонек, битком. Это филармония в городе Кирове. Это волшебные города и загадочные страны. Это поиск себя в искусстве, современных технологиях, прикладном творчестве. Это современный подход и новое направление работы. Это богатая история и интересные традиции. Мы покоряем вершины. На нашем пути много ярких открытий, но все пути идут из лабиринта. Города нашей мечты. Сегодня в лабиринте особенный день. Сегодня юбилей нашего любимого центра. История нашего центра начинается с 1969 года. Расположившись в здании бывшей земской школы, он назывался «Домом пионеров и школьников Октябрьского района города Кирова». А с возникновением Первомайского района – «Домом пионеров Первомайского района города Кирова». Дом пионеров, как внешкольное учреждение, работал согласно временному положению о внешкольном учреждении в Советском Союзе, утвержденном постановлением Совета Министров. Распоряжением главы администрации Первомайского района в 1992 году Дом пионеров и школьников переименован в Дом детского творчества. Вектор развития центра направлен на обучение юного поколения основам прикладной экономики и предпринимательства. Уже более 20 лет в Центре детского творчества работает образцовый ансамбль современного танца «Шанс». Коллектив ежегодно становится призером городских, межрегиональных и всероссийских конкурсов. Многие из выпускников коллектива продолжили обучение и свою профессиональную деятельность в сфере хореографического искусства. В 2015 году учреждение получило новое имя – Центр развития творчества детей и юношества «Лабиринт». Сегодня в центре работают 55 детских объединений, в которых занимается 2500 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Назад в будущее! Да, в шансе, но не здесь она, нет. Она в дуняшке. Thank you.
Позвольте представить замечательных педагогов, которые вот этих прекрасных детей делают еще лучше, еще талантливее, еще успешнее. Спасибо, друзья, это наш большой общий праздник. Спасибо вам! Дорогой Лабирин, ты живешь яркой, насыщенной жизнью. Ты молод и жизнелюбив. Желаю тебе счастья, благополучия, новых творческих свершений и побед. Здесь всегда рады и взрослым, и детям. Мы не устаем признаваться Лабиринту в любви. А нашему дорогому зрителю, вам, друзья, мы говорим не прощай и даже не до свидания. Мы говорим, что покажем вам город мечты! Ага.